Война застала Нургалика Нукова в Абхазии. Он сразу откликнулся на беду абхазского народа и встал рядом с бойцами на защиту республики. Нургали погиб на горе Мамзычха при освобождении Гагры 26 августа 1992 года. Посмертно был награжден высшей воинской наградой Республики Абхазия – орденом Леона. Сестра добровольца Нургали Канукова, Зарина, уже бывала на абхазской земле, за которую ее брат героически отдал свою жизнь. Поздравляю вас и со вступлением в Союз журналистов в Абхазии. Желаю вам здоровья, дальнейших творческих успехов. Мне очень приятно, да, что вы сегодня действительно здесь и что вы вошли в наш союз. В этот визит Зарина Канукова, журналист, поэтесса и драматург, была официально принята в Союз журналистов Абхазии. Выступая как автор, пишущий на родном языке, рассказывая о языке, именно через эту тему я рассказываю про Абхазию, потому что одна языковая группа. И только мы есть друг у друга. Весь мир в наших руках, если мы будем вместе держаться друг друга. Спасибо вам огромное. Встреча прошла на теплой, дружеской ноте. В ходе встречи Зарине Кануковой было вручено удостоверение Союза журналистов Абхазии. Действительно, сегодня вспоминали, что завтра День Победы. Я хочу всех абхазов поздравить с этим великим днем. Абхазы достойны этой победы. В этой победе принимали участие не только те, которые держали оружие, но такие же вот журналисты. Лично я там, находясь в Кабарде, я с нетерпением ждала, что где-то что-то напечатает, где-то по телевизору какой-то журналист выступит и скажет правду о том, что проходит здесь. Безусловно, верно, что значимость творческих, литературных и, конечно же, исторических отношений между Кабардино-Балкарией и Абхазией невозможно переоценить. И для их укрепления и развития необходимо делать все возможное. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.